Блин, пипец. Время 9 часов вечера. Не знаю, чем это вам видно. Вот так. В общем, у нас вырубили свет. Вырубили свет. Сижу, вот фонарик. Не знаю, где свечка есть, нету. Сижу. Ноутбук открыт. Вот. Ого, какой заляпанный кошмар. Сижу, ем сушки. Кот в ахрене. В ахрене. В ахере. Даже кот понимает, что что-то не то происходит. Вот так ставлю. Муж сегодня у меня с утра рано утром уехал отдыхать, как бы, на рыбалку. Типа того, ну что, не поймали мало, ну что, собственно, ставропольская рыбалка. Хотя там пруд такой. Ну, платный. То есть туда должны там разводить, получается, должны рыбок. Тем не менее, что-то на шашлыки пожаловался. Ну, так всегда, когда кто-то жарит в компании, других не устраивает. Брус, куда пошел? Где вот кошак? А? Исчез. Ку-ку-ку! Нету. Да хоть темный влог видали когда-нибудь? Я тоже нет. Спрашивали про вот эту дверь. Такая вот. Таська. Заезжает. А, вот он. Ой, господи. Мне аж страшно самой. Вот. Ну, в общем, раков. Я очень хочу раков. 100 лет не ела. Мне все говорят, да господи, купи ты эти креветок. Да не хочу я креветок, это не то. Я хочу раков. Брусечка. Где свет? Выключили. Так, все. Не знаю, сколько он мне раков проведет, но должен провести. В общем, все жду. А чем заниматься теперь непонятно. Как вот раньше люди жили? Вот так вот и жили. Я сейчас душу мылась. Они уже выключали свет. Включали, выключали, включали, выключали. Хорошо, хоть успела голову там смыть все. У меня сейчас еще влог загружался. Вот. Утюг. Влог загружался на ноуте. Он так 3 часа загружается, те, кто знает, что такое обработка видео, склеивание. И все, и ноутбук выключился, у меня не работает без подключения к сети, ну, без провода, короче, без питания. Интернет тоже, соответственно, не работает. Жесть. Сижу, сушки ем. Даже чайник не успела подогреть. Дома уже холодно, да. Дома уже холодно, когда отопление нас дают. В октябре. Потому что холодно. Ну как же он будет подниматься теперь? Тащить этих раков. Рыбу чуть-чуть. Я говорю, если хочешь рыбу, сам жарь. А то, говорю, так просто так переть не надо, а то весь холодильник так этой рыбы. Ну, в смысле, морозилка. Ну, жареную рыбу, как бы, ну, очень редко ем, практически не ем, не люблю я ее. Вспышка. Кузя, у нас, оказывается, есть вспышка. А мы? Брюс. Жесть. Сразу как будто древний век, древний мир. Еще когда одна дома, вообще ж скучно. Так хоть поиграли в что-нибудь с кем-нибудь. Мы раньше в детстве, когда у нас выключали свет, я приставала к родителям, к папе особенно. Мы играли с ним в угадай мелодию. Как именно, например, мелодия
Та-та-та-та-тай, та-ра-ра-рай, та-ра-ра-рай, та-ра-ра-рай. Ну, типа такого, короче. Там ветер с моря дул, вот это я сейчас не напевала, ну, некачественно, конечно, согласна, напела. Это просто такие глаза вампирские. Еще у нас где-то комар летает, один скотина. Ку-ку. Видите, коричневому Я дает. что-то говорю, плохо мне. Шерсть. Этот Юра такой, мне машину не надо поливать, короче. Я говорю, тогда говорю, останавливайтесь, короче, я не останавливаю, я так ухожу и в бах сразу, короче. И бах. И прям возле магазина нашего. Блин, а тут одна обувь. Одну обувь снимаю. Рыба какая-то. Дохлая. Ну вот, засрал тапочки. Что-то мало раков, конечно. Какие-то свиньи узкоглазые, знаешь, представили. Да что ты тут ходишь тут? Вот, ну, конечно, про эти вьетнамские свечки на шее там, короче. Смешные такие, пипец. Я, короче, пошел ловить эту рыбу, ну, взял ведро, короче. Маленькие, как магазины. Где? Ты где? Сморщенная. У кого? Ну, Брюса так, он лоб так наморщил. Такое смешное. Привет. Глазки не подставляет, он кусает. В общем, ладно. Привет. А что у него одна нога? Нормального мог достать. А у него она есть, просто она маленькая. Правая рука маленькая. Слушай, реально, да? Маленькая. Офигеть, смотрите, это получается это даже у животных, да? Слышь, это, ну как, отклонение, да, бывает при рождении? А этот меньше, а клешни больше, да? Что тогда про людей тогда говорить, если уж они рождаются такие непропорциональные? Говорят, соберут. Ползут на него. Одного доставала, тоже на него прям полз. И что он нам нужен? Зачем? Помощь? Спаси? Сейчас они его продолжают. Что за животные, да, Брюс? Что там закипело? Нет, 3 часа надо ждать. Уже час ждем. Пока помылся так. Кипятим воду. 3 часа. Да. Вот и косуля. Солим. Крепко надо посолить. Это за счет где-то пол чайной ложки, чайной ложкой на одного рака. Ну, я не знаю, я положил 3 столовые с горкой. Надеюсь, хватит. Одна Вот, чайная ложка на одного рака? да. Так много? Да. Вот они Ничего не видно. наши пауки. Как это паумыки называли. Блин, бля, никто не хочет здесь. Обязательно их надо варить живыми. Это, я думаю, все знаю. Проблема большая. Я не знаю, я ничего не знаю. То есть я вообще много чего знаю, но у меня вылетает все постоянно. Мне бесполезно. Вчера борщ готовила, через 3 месяца я уже не помню, как борщ готовить. Че ты, Брюс? В твоих раках все заныряли. На этот. Почему в кипящую? Кипящую воду. Почему? Потому что когда рак умирает, он
выделяют какой-то токсин, я точно не помню. Но знаю, что есть такое. Токсин, ага, выделяют. Да, и он токсин вредный. Вот. Угу. Так он, то есть, умирает довольно-таки быстро. И... Ну, гля, почти всю кастрюлю заполняем. А так вроде мало оказалось. Ну, да. Вот тут почти полностью. Маленькие. Креветки. Русские. Как много меня. Как много моих пинтов. Рачков. Да. И потом положим попробовать. Мне кажется, еще подсолить надо. Нет? Ну, может быть, еще. Их просто так много, а ты говоришь... Чайная ложка на рака. Для пузырьки пускают бедные животные. А еще двигаются. Ага. Кошмар. Ну все логично, мы жрем кого-то, да, и нас жрут. Да. Потом мы удивляемся, почему нас бактерии едят. Это все свое. Меня жрет, а? Ты это что меня трогаешь? Зачем? Ай! Кто кусается? Это кто кусается? Ты, чувыдра? Чувыдра. Ааа! Жесть. Ай, какая больно-то. А, все, надо высыпать. Что это у тебя за зелье? Да, это эти семена укропа. Ну, они просто даже более пахучие, чем сами стебли. Ну, личинки какие-то. Сейчас бац, это камера в воду. Да, вот будет сюжет. Ну все, ладно, будем ждать. Сколько? 20 минут? Да, 15-20 минут засекаем. Вот. Ну вода не кипит еще. Ну, будем считать, что она кипит. При том, что у нас он на мощную стоит. Ну, кастрюля такая, наверное. Что у нас получилось? Да? Угу. Смотрите. По традиции снимаем покупки. Это у нас магазин «Магнит». Я зашла, но не купила самого основного. Картошка, лук, ну такой, да, овощи, в общем, на первые-вторые блюда, потому что надо мужа отправлять. В общем, по мелочевке купила. Это кто тут лезет? Кто это лезет? Так, йогурты, не знаю, 100 лет их не брала. Я вообще йогурт давно не ела, не пила. Сейчас желудок болит и решила взять. Творожки дороговато выходят вообще. Био-йогурт это тоже дешевле, чем кедон или как там называется. Но я с черносливом любила, взяла. Это животное. Дальше меня прикалывают вот эти сыворотка. Сыворотка с соком. Яблоко Гранат Лайм взяла. Это от фирмы Савушкин. Там 3 разных фирмы было. Не знаю, что попробовала тогда. Вот лишь покупала. И понравились. Маслины без косточек. Шампиньоны. Обожаю грибы. Было в Бали, тоже много не наешься их. И следующий пакет. Просто хлеб. Обычно. Сейчас хочу сварить гречку, что я говорила, да? И молоко. Молоко взяла. Это виноград. Виноград скоро отходит, надо есть его. Вроде как кишмиш сказали. Зеленый лук. Все, и два так, пакета молока. Вот. Один на гречку. Все, здесь газета. Акция, которую я учила и не буду, наверное, читать. Все, что купила. Ну, купила я тебе, вот. Вот она твоя еда. Твоя. Собралась, в общем, сварить кашу. Нашла какой-то вот в загашнике мюсли какие-то. 280 грамм. Состав такой прям... Надо посмотреть, может, у меня еще каша будет. Подсыпать каши так-то. Молоко замороженное. Хочу показать. Смотрите, какой состав. Там прям ближе.
Пипец. Таких мюслей у меня, конечно, еще не было. Делает он Краснодар. Ну, то есть на обратной стороне это Краснодар. Я так мельком прочитала, поэтому соседнего края. Так, это такой ужин. Там вареники. Что-то как-то оно снимается не очень. Здесь, значит, у нас зелень, петрушка, кинза, базилик, зеленый лук. Вот оно. Ну, все зеленое. Вот. Чеснок. Вот. Надеюсь, я чеснока не переборщила. Вот базилик фиолетовый. Вот так вот. Очень люблю смешивать. Еще как бы обжаренный лучок должен быть, но у меня. Я вон на эту. А здесь. Что у нас тут? Каша. Кашка. С топора прям. Которую я варила, мне понравилась. Ну, в общем, она остыла просто. А так она, когда ее подогреешь, она жидкая остается. Сколько уже этот арбуз лежит у нас? Пару недель точно. Если не больше. Каких пару недель? Когда из больницы вышла? В сентябре? Дозрел. Пока лежал. Главное не отравиться, а то мы тут от одного. Король изволит немедленно лицезреть вас. Простите. Ваше высокое величество, что получилось, большой брат? Как дела? Мыслишь следить. Ну, такие маленькие. А что случилось? Я совершал со своими людьми проминать. Я люблю, когда высокие. Я один из солдат заметил, как этот крестьянин крал репу из замка. Хлеб, ромашка. Точнее, хлеба не было. Пришлось ромашку брать. Батон не стало. Ой, пакет какие-то. Так, полпалки докторской колбасы взяла. Я другую вареную. Но вообще не воспринимаю. Другие мне не нравятся. Мало кефир. Я же не знаю, сколько процентов. 2%. Все, никак не могу этот выпить. То есть не пьется никак. Так, домашнюю зелень. Это вот на суп сейчас буду варить вам. Вам? Приходите в гости, конечно, куркума. Ну, по-моему, все. Так, ну и поперлась я за этими журналами. Ну, что мне интересно, там не спустилась. Так, взяла гламур. Небось читать нечего, как всегда. Сколько раз вот. Тушь Шанель. Маскара, да? 10. Что у нас? 15 грамм здесь. Из-за этой туши хочу тушь попробовать от Шанель. Так, этот журнал у нас стоит 55 рублей. Вот этот журнал тоже с тушью. Значит, вот их два. Два я и взяла. Вот этот 90. Потом думаю, боже, зачем же я взяла их два. Если один, может, не тушь не подойдет, может, она мне не понравится. Ну, как у нас это дело выглядит? А, вот она вот так. Вот я эту актрису терпеть не могу, боже. Такое ощущение, как бы по ней трамвай проехался. Что за харя? Зачем вот этот рот открывать? Ой, ужас. Фу. Так. О, кому-то это, конечно, кому нравится это. Девка из сумерок. Так, фотографии гляньте. Нет, вот если бы мне вот моего любимого там артиста вот так вот положили, мне понравилось. Как фотка реально. Ну что, достала. Вот она миниатюрка. Вот. Здесь она черная. Made in France. Щеточка у нее, в общем-то, как я люблю, ворсинистая. Но не силиконовая, как правильно сказать. Вот такая. Пахнет слабенько, легко-легко. Так что, ну, бывает просто воняет прям туши. Так что будем тестить, чтобы зазря не покупать. Там в гости идти, такой пакетик. Блин, какие ручки прочные.
Самое главное у пакетов это прочные ручки. Ну реально, смотри, какие прочные. Вообще торс вообще офигенный. Короче. Значит, мы такой памперс подарим. Понесем. Это у нас что? Четверочка от 8 до 14 килограмм. 20 штук. Пример. Премия. Памперс премиум кэр. Правильно я прочитала, нет? Вот это ты знаешь. Ты ж не разбирайся в памперсах. Блин, это потушки. Я вот думаю, насколько ж будет ли у них возможности ходить, а? Мне кажется, такая нога у нее будет летом. Не зря мы их купили. Какой-то размер. Так и останется загадка. Такой бантик офигенный. Не знаю, мне просто не понравились валенки. Красивые. Я бы своей девочке купила. Только девочки нема. Такие. Еще ребенку будет месяц, о, 2 месяца. Но этот... как бы родители пусть сами покупают то, что им нужно, а это так, на вырост. Правильно же? Тоже большой. Со слониками. I love mommy. Я люблю маму. Пш-пш-пш-пш-пш. Я люблю маму. Вот, до 9 месяцев. Сами пускай. А не этот. Ну как, это ж подарок. Ничего страшного. С пакетики, блин, мне надо где-то найти. Где же тебе пакеты взять? Килограмм не написано. 7,5, 9. От 7 килограмм. Ту, елки-палки, это же в полгода они оденут. Комбез, пижамка. И самая такая интересная игрушка. Это... мякиши вот эти. Мякиши, мякиши. Там, значит, кто у нас был? Ты не помнишь, собачка была там? Не помню, он уснул уже. В общем, зайку я выбрала. И вот здесь вот эта косточка вишневая. Чтоб малыш трогал. Развивашки. Вот он может головой лежать. Прикольно. Ой, это что за человек тут ходит? Обморочный. Уйди, тут дарить надо вообще-то. Киношки. Ну, я решила, для девочки зайка лучше будет. Ушки. Игрушка с вишневыми косточками. Доктор Мякиш. Классно. Мне нравится. О, там еще какая-то пуговка. Она что, расстегивается? О, там это пятно смещает. Там у него пузо расстегивается. Ну ладно. Девочка, двоюродного брата родилась, назвали Дарья. Даша вот 9 октября будет 2 месяца. Мы еще и не видели, не ходили на смотрины, поэтому идем. Поэтому идем. А ты не пойдешь? Надо когти подстричь тебе.